много синего. Нет, тело должно быть синее. Вот видите, вам надо прослушать очень внимательно интервью взять. В пятом сезоне работы Кыргызстанско-российской археологической экспедиции продолжили мы вскрытие этого объекта, который теперь уже, безусловно, является буддийским храмом. И в нем была сделана замечательная находка Будды, сидящего в позе лотоса. Кого можно будет интервью взять полностью? Вот Валера. У меня и у Асана. Я правильно делаете. И даже геотекстиль хваленый. Вот мы 2 года. И там же были 2 бронзовые. Она как-то другие вопросы. Там это самое, ляхат начался. Это далеко не обычная находка, потому что в Центральной Азии известно очень небольшое количество буддийских культовых сооружений. Они в основном концентрируются в районах Южного Таджикистана и Южного Узбекистана, на территории Северной Бактрии.